Давай. Вон асфальт видно. Ебануться. Хрена себе, блин. Там тоже. Че, мы туда поедем, да? Блин. Че, тут асфальт? Ну, может из окна выйдет. Видишь? Я их первый знаю, там сейчас посмотрим, но у кого там проем. Там да. Видишь, у кого хотел. Там да. Вон там, видишь, как глубина, выемка. Смотрите, тоже едут. Смотри, нормально, ваша машина переплыла. Всем... Туда? Туда или туда? Как вы думаете? Куда? Прямо, что ей буду здесь. А если здесь сюда, то куда-то не будет. Отлично, вот я тут счастлив. 79-й километр трассы. Трассы Гремяч, короче, Шостка, я так понимаю. А, или что? Где вообще МЧС? Почему она не организовывает переправу людей? Я в шоке, если честно. Где эти МЧСники, да? Да. Вот надо было молоковоз, болто, знаете? Чтобы вы понимали, вот, чтобы объехать эту лужу, то нужно делать круг в 120 километров через соседнюю область. Вот сейчас мы ждем Джейсона Стэтхэма, который переправщика, переводчика, короче, который нас привезет в лучший мир туда, где нормальный мост. Вот так вот.